У каждого свои яркие впечатления с детства. Тарас Сидорин с теплотой вспоминает, как сидел на коленях у отца в новенькой 21-й «Волге». Я помню этот большой руль белый, помню, как его тяжело крутить было. Это первые мои вспоминания. Ну, время подошло, я долго искал этот автомобиль. Случайно оказавшись на сборах с сыном в Нижнем Новгороде, Тарас увидел объявление о продаже «Волги». Такой же, как в детстве. Купил, 2 года потратил на реконструкцию. И теперь белая «Ласточка» 64-го года выпуска в идеальном состоянии исследует дороги России. Эту машину мечтал купить один немец. Предлагал за нее несколько миллионов рублей, почти уговорил хозяина, но оказалось, чтобы вывести «Волгу» из страны, ее официально надо признать культурной ценностью. В таком случае любое передвижение бы на ней было запрещено, и смогла бы она храниться только в музее в качестве экспоната. Сделка по итогу так и не состоялась. И сейчас его машина вместе с другой раритетной техникой на Советской площади. Команда проходит инструктаж по подготовке к ралли исторических автомобилей «Ярославль-2017». Автопробег по нашему региону запланирован на предстоящие выходные. Ожидается около 25 участников. Главное условие – машине должно быть больше 30 лет. Это соревнование – преемник ралли «Медведь» и «Золотая осень», которые проходили в Ярославле практически с середины прошлого века. Мы приглашаем к участию, стараемся приглашать те автомобили, которые участвовали вот в этих вот наших ярославских старинных ралли. Это ярославская, советская классика, это «Жигули», «Москвичи», «Волга», «Победа», «Запорожец». Общая дистанция, которую предстоит преодолеть за 2 дня, более 200 километров. Ралли проходит не на скорость, а на правильность прохождения маршрута и включает в себя спецучастки, остановки в городах и ориентирование на местности. Так что точный путь классических автомобилей знает лишь главный судья. Артем Петрожицкий, Евгений Бушуев. День в событиях.